Добрый день. Мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. За моей спиной участок блока зерновые под гербициды. То есть участок, где мы планируем демонстрировать действие наших продуктов для обработки сорной растительности. Через несколько дней здесь будет посеяна зимняя пшеница сорта Краснодарская 99. Предшественником здесь является сахарная свекла. Поэтому создание искусственного фона по сорнякам здесь крайне необходимо. Сегодня мы внесли здесь, на этом участке, 12 на 20. Вон вы видите границу, которая обозначена белой лентой поперек. На этом участке 12 на 20 мы внесли такие сорняки, как максомосейка, ярутка полевая, сурепка, подморейник цепки, лисохвост, овсюк, костер. Также за белой лентой до конца поля, там где стоят колышки, мы внесли подсолнечник, который возделывается по разной гербицидной технологии. Да, мы вносили падалицу подсолнечника, то есть, по сути дела, это уже гибрид F2, как по классике, так по ими технологии и HTC. Приезжайте на наш полевой город, и вы увидите действие наших гербицидов на искусственном фоне.